Так Махарадж относится к анхималам с добавлением золота и серебра, или лучше носить просто канхималы из туласи. Or it's better to use very simple канхималас just from tulasi pieces. The most auspicious substance or for канхимала is tulsi. Но самая благоприятная составляющая канхимала — это туласи. Tulsi is a manifestation of love for Krishna. Туласи — это проявление любви к Кришне, проявленная любовь к Кришне. Nothing more valuable than tulsi. Нет ничего более ценного, чем туласи. When Krishna was doing the Govardhan Lila, когда Кришна являл Говардан Лилу, so at one point they were feeding Krishna with all kinds of preparations. Они пытались накормить его таким огромным количеством приготовлений, блюд. They had a lake full of sweet rice they gave to Govardhan. У них было только озеро сладкого риса, только одного, чтобы предложить Говардану. And they had a mountain of halva and rice. И у них была целая гора халавы, целая гора риса. So many gulab jamuns and sandesh. Так много гулаб джамунчиков и сандеши. Sabjis. Сабжи. And Krishna was eating in the form of Govardhan was eating everything. И Кришна в форме Говардана съел это все. But he kept on saying, Aniyor, Aniyor, Но он продолжал кричать, Аниор, Аниор, давайте еще. Krishna was not satisfied, no matter how much they gave him. Кришна не был удовлетворен, сколько бы они ему всего не приносили. But then they gave Krishna one tulsi leaf. Но как только они дали ему просто листик туласи, and he became very satisfied. Он стал очень удовлетворенным. Tulsi is worth more than anything else in this world. Поэтому туласи стоит дороже, чем любое другое вещество в этом мире.